На этой неделе снова прощались с Мариной Голуб. В прошлую субботу по решению родственников актрису кремировали в ритуальном зале Центральной клинической больницы. На 9-й день со дня трагической гибели урну с прахом актрисы захоронили. На Троекуровском кладбище, на аллее артистов, гробовая тишина. Прах Марины Голуб хоронят только самые близкие, около 50 человек. Отец и дочь актрисы от горя совсем обессилели и сидят на стульях. Актеры, работавшие с Мариной Голуб, снова и снова соболезнуют ее семье. Светлый, радостный человек. Но я надеюсь, что она успела сделать все то необходимое, чтобы предстать перед Всевышним. Я надеюсь. В Царстве Небесном. Игорь Верник был на прощании и долго не отходил от гроба подруги. А на ее похороны приехать не смог. Ну, мы ее звали Маня, Манечка. Вольно или невольно я чем-то обидел ее, Машенька. Если я тебя чем-то обидел, прости, пожалуйста, прости. Светлой памяти. Певица Лолита Милявская не смогла лично проститься с актрисой, но на гастролях посвятила ей песню. Потрясающая актриса Марина Голуб. Давайте ей поаплодируем. На могиле Марины Голуб установили деревянный крест и усыпали ее цветами.